Давайте заходим в ЦВК, там пускает вроде. Там Талик откатился. О, рад с Таликом. Да за такое убийство, Талик, блядь. А что там ВП начистилось или нет? Ну, у меня пишет за Муэрц, который, да? Угу. Ну да, есть в журнале. А чё, откатилось? Угу. Да ну, блядь, не может быть. Значит, Синдра откатилась. Давайте еще раз убьем. Быстрее надо убивать, блядь, на леди, не сидеть так долго. Что там, охотник, ты с нами? Токен откатился тоже. А может он пиздит? Сейчас ХП, ГП снимем. А, да, захожу. ГП снимем, у него Талик будет. Ну да, если скрин сумки будет, то я сниму без проблем, ну просто сам понимаешь. Давай как кидай это на стенку. А он в банк его положил. Банк тоже скрин. И вендора, блядь, продажу. И вендор в натуре, выкуп. Да, откатил. Ну откатил, так откатил, мы верим, блядь. Ты скинь банк и сразу релогнись возле него, блядь. Да не скрин ничего, просто снимай ГП, и все. Там уже, ну, если он Талик там будет носить, там уже на его совести пусть будет. Да я думаю, откатило, так откатило. Снимаем и все. Че скрины всякие делать? Я бы сказал, не верю. А че вообще на леди происходило? Я что-то смотрю, хуйня какая-то, да? Ну, духи не контролили там один раз. Ну, как обычно. Это же, ну, просто, ну... Накрой. Ну там и смотри, первый раз было 100 за духа одного на первом вайпе, второй раз по 200, третий раз по 300. Ну и там ловили по 2-3 духа, ну и начислял ему. Там 3 духа поймали, 900 хп сразу. Там чуть какой-то слейда ревнул, 2000 накинул вообще без ничего, просто ревнул. Ну зато убили сразу потом, 24. Бля, я чуть не могу зайти, мне пишет загрузка списка персонажей. Ну там WhatsApp, наверное, танк есть, может, потанчик. Так, что там, ПТМ похилишь? У меня же ПВП. Глифы все другие таланты не взяты на криты. Да, ну оставь, я сейчас с шаманом зайду. Так ты бы хипристом был бы, нормально было бы. Да не, сложный МРР. КД понавешивай. Так, что проблема? Ну да, не ходим все. Заходите там. Кто там еще там? Заходите. Нихуя себе, я еще и живой, прикиньте, резнуло. В натуре откатило, даже лед откатило, блин. Может, Синдра живая? Не, да нет, там было, она умерла. Дримзив зайдет, нет, кикать их, Авенс, Ларю. Тут Дримзив, это ж Ваня капнул с тобой говорит. Авенс, не знаю, по Ларю, да, он ушел. А, Дримзив, да, Дримзива тоже кикать. Ну и Рэлла там, да. Че, ебашим, давайте. Ну давайте, все тут. Осколок не откосило. Хе-хе-хе.
Ну, повезло, значит. Ну, чё там, танки, аккуратненько. Ну, пошлите со мной там наверх, друида сейчас поконтролим. Хилы, внизу стойте лестницы, мы на лестницу поставим мобов. Чтобы вас не откидывало. Так, давай, Гриша, звездочка. Так, Пухнастик, печенька. Хотик, ромбик. Звездочка, она не поставилась. Так, звездочка, надо Гриша. Тебя законтролил, нахуй такой. Так, ну и давай, она, трусы. Все, подходите, можете контролить. И бегите. Да, и бегите вниз. Будем бить череп здоровый самый. Печеньку. Так, что-то пошло не так. Играйте по ромбику, точечно. Есть там РК один ДД какой-то, желательно ШП. Да, ретрик бы желательно. Да, или ретрик. Ох, как огурчик, Диана, что-то ты раскабанела сильно. Лол. Это только у меня такое. Нахрена вы еще тот трэш сагрили, зачем? Играйте в печеньку, звездочку играйте, потом остальные будем сливать. Что с тобой, блядь? Знаете, я... печенька, звездочка играйте. Сука, я это на булик сливаю, а что это за херня, блядь? Ты, знаете, уже не как огурчик, блин. Смотри, никак огурчик. Похмел с утра, замучил, да? А откуда эту хуйню взять? Я тоже хочу такую, блядь. Это Гэм тут летает, делает. А, офигеть. Играйте в звездочку. Ёлка, Александр, на мне. Вкусно. Ну, играйте в звездочку, там кто был остальных сливать. Бейте точно. Короче, хильте хорошо, потому что мне сейчас будет конец концов. Ой, беги на холодно. Ты печеньку дальше. Это печеньку потом тех, у кого мало, чтобы я буду сливать. Учить моба собрался, ну что за хуйня, блядь, с чумки пришел. Я думал, нам уже все, бинты, блядь. Это что, лучшие танки планеты с нами играют, все нормально. Маленький как огурчик. Смотри, ну когда хилит, так наклоняется, блядь. Так, ладно, давайте подходим. Подходим, подходим, блядь. Давайте, Гриша, АФКши, давайте друиды, Пухнастик, звездочка. Печенька, Хотик.
ромбика мага. Ну давай там Shadow of the CS, сможешь поконтролить трусы. Давайте подходим все. Давайте контрольте. Раз, два, три, контрольте. Там кто-то циклон кинул, ты просто красавчик, ты просто, блядь, лучший. О. Циклон, а я притяжку в циклон, блядь. Нормально поконтролили, короче, прям, блядь, идем к успеху, пацаны, блядь. Играйте в рослого, скидал, советник играйте, потом звездочку играйте, ой, дайте маны по косаку, короче, да. Звездочку, потом печеньку бейте. Мне 3 стака от лейтенанта, а все. Давайте ой. Печеньку потом играть. Печеньку потом ромбик. Блин, так было хорошо, когда пришел в рейд, блин. Никого не бафаешь. 4 паладина, кроме меня, блин. Все вообще огонь. Бля, сейчас умирает на каждом боссе. А. Просто подстава. Это вообще рейд странный, не знаю. Виталик, заходи с ШП-шкой. Тут хороший рейд. Или ретриком. Да, или ретриком, лучше ретриком. Заходи. ШП-шек, ты видел, сколько в начале было? Сколько сейчас? Один, блядь. Пусть лучше будет один толковый, чем, блядь, дохуя бестолковых. Все, вот это правильно. А то я как-то пошел в 5 ШП на лича, блядь. А че у меня в хуйню какую-то маленькую превратили? В курицу, нихуя себе. Кто это ГМ такой, блядь? Это может, это мутант ГМ. Попросил же превратить, блядь. Так, заходи, тебя ждем. Да не ждите меня, в смысле, я не сказал, что зайду. Давай, чёрт, давай, заходи. Тут нормальный рейд, один слот. Я... Стали, заходи, посмотри, что меня касается. Дайте шкафчик. И столик. Вот, да ему похуй. Да, да. Сука, это пиздец. Смотрите, он еще клюет. Походу, каждым костей сейчас клевать будет, блядь. Вы специально сговорились, чтоб я зашел, блядь, типа на выйду петуха посмотреть, блядь? Да, да, заходи, заходи, посмотришь. Дайте рыбку. Что, заходишь? Не, я пока не могу, я сказал. Ладно, давайте пока так уйдем, за 4 там никого нет, давайте фулбаф и так пойдем. Тап я поставил, можете рыбку там поставить. Теперь у нас свой ГМ есть. Который всегда войду в петуха превращает. Блять, скажите его ник, я ему доплачивать буду, сука. Дайте по престам баф, по мяше, дайте баф. Так, кушать рыбку, там ДК на двоих, протопал на одном,
Толдрама на БДК напуливайте, если нормально будет. Дайте каску, просит. По локам. Шаманам каску. Келя танчить, да, я так понял. Да, только каску раздай. Маша, что за фигня? Ты меня в петуха превратила, это вообще нехорошо. Помни свои корни там, или как там. Сейчас ты, блядь, вспомнишь корни свои. Это пиздец, просто до слез, блядь, про корни, это просто до слез, блядь. Вы будете ставить там тотем на МП5? Группа есть. Да, тотем поставят. Так, еще по охотникам каску и будем начинать. Давайте чек на пол, сейчас тебе каску дадут. Все, все дали. Идем на позиции. Все готовы. Вроде. Да, все готовы. Идемте. Вихрик отбегаем. Шарик разряжаем. Все как обычно. Присты, ханты. Присты, хант, бейте, короче, кинетику. Все РД забейте кинетику. Нету хантов, нету пристов. Все плохо. Вихри разбежались. Не умирайте. Если мало хп, ждите, пока захилят. Краль как это бегает, фиолетовая. Она не хилит, она рыгает. Я тоже, когда танчи двое, то когда хили, то убегаю, блядь. Так, кто там хилис, это бейте точно. Он там без масс. Бейте кинетику, не забывайте. Все добьют кинетику. Выберите Войда и пропишите вот этот... Сейчас я тебя выберу, блядь, президент там, Украины. Там, где я в РК, короче, скинул его. Эмоцию он скинул. Тебя, блядь, сейчас скинул. С горы, блядь. Сука, над собой шутите, заебали, блядь, иди в жопу. Я говорю, если бы хотя бы еще вреди было, где можно было бы шутить, и так даже не вреди, ты все что-то подгавкиваешь. Как-то неправильно. Я соскучился, что мне делать? Хуючился, блядь. Ну так заходи, вреди, если соскучился. Не могу меня сгибить. Иди на оф на свой ебаный. Я тебя приму. Нет. Смотри, мейфрейм, разряжай, бей. Да не стой, блядь. Я тут неделю собеседование проходил. Не могу кинуть их. Смотрим, кастует, разряжаем, на ком будет. Мирит, беги. Там милики сотрясающие возле вас. Вихрь, бегите. О-о-о. Как все плохо. Ну ладно, в оправдание скажу, вихрь там что-то сразу оставаться начал, кто-то перешел. Надо будет еще один раз разбежаться, наверное. Кинетика сзади падает возле двери. Не, добивайся, короче, так. Нарезайте павших. Блять, притянул. Так, катушку рольте на майнспек. О, бля, лут сегодня, сука, пиздец. Сейчас еще багруха захуярит, короче. Вот я откат, я откат, нахуй. Как с Таликом, блядь. Куда откат? До цыпленка, что ли? До офа твоего, ебаный рот. Войда там подгорает, пиздец. Ага, блядь, когда я подгораю, блядь, зубы у людей вылетают, блядь. Это еще только начало, блядь. Ты их выклёвываешь, да, блядь. Выклёвываешь. Их выклёвываешь, блядь, я ебу. Crazy Warner Queen. Эй, блядь, вот не тягайся с гуделком, он в натуре, он шутит поярче, блядь. А что мне тягаться? Кольцо надо кому-то на майнспект, на ДЦ, там на хила. Шутит, шутит, да на помойке. На успех.
А мы, блядь, на топовом серве, блядь, играем на Сирусе. Ну я имею в виду топ. Понеслась волынка, блядь. И циркуль тоже помойка, блядь. Вот где помойка, это на офис 100%. Да, там в туре помойка. Че вообще в кайфе играть? Ой, че вы тут не законтролили, что-то сайперили, играйте советника самого здорового. Рослого. Давайте, да? Не умирайте. Да, рослого бейте. Поставил печеньку. Там помойка началась, как Пандария вышла. Еще терпимо было, блядь. Следующий. Но после Дейнора это все, нет. Если ты платишь за Дейнор, блядь, ты деньги на ветер выкидываешь. После Лича это уже какая-то хуйня стала, да, если да. Честно. Вот это правильно. Не, ну Каты, по-моему, это такое себе. Каты, Пандария, это там боссы интересные, блядь, только хуя ради ПВЕ типа, Пандария интересная. Ты сейчас, братан, ты сейчас типа выбираешь между хуёво и очень хуёво, короче. Ну понял, типа Ката, Пандария, вот это все, блядь, это типа хуёво и очень хуёво. А я выбираю охуенно, Сирус. Я выбираю тебя, Пикачу. Ну это Сирус, это типа вообще самое дно, блядь. Нихуя, нихуя. Это просто дно мира, блядь. Да не, да. Самое дно это ушло. Сирус это даже ниже, чем дно рубля, блядь. Понял? Да, вот, ну, вот неважно, ты говоришь, да, а туда бабок выливают, как в три циркуля, блядь. Ты на мотоп загляни. Месяц назад циркуль был на 1000 голосов выше, а сейчас на 1000 голосов Сирус выше, блядь. Через год, сука, он... Конечно, отключили голосование. Купили голоса, какая нафиг разница. Циркуль отключил просто голосование, а и он перестал за это платить. Есть там голоса, там те же два голоса. Не надо больше пиарить. Там те же два бонуса, получается, что на том сервере, что на нашем, блядь. Те же два бонуса, блядь. И так там, раньше, блядь, было 10. Да залупа и два. Да, ради двух бонусов даже открывать вкладку мне лень, если честно. Вот именно, блядь. А там два бонуса вообще зажимаются. Там поярче плюшки, там плюшки поярче от этих бонусов, блядь. Там... Ну, танки, врывайтесь в печеньку, играйте в печеньку. Пятый левел, качаешься, у тебя из сумки падает маунт, блядь, там 40 или 60% скорости, блядь. Такого нигде нет, блядь. Оф, вообще рядом так... не стоял, блядь. Закачался с этого, я не знал, что у тебя там дети, жена, короче, я подумал, что тебе лет 10, короче, блядь. Натуре, блядь. Я реально прокачку не люблю. Я вот сколько. Я на БК качнул одного персонажа Лока. Здесь я качнул, ну, сам с нуля. Здесь я только это сказал Войт, у которого на X1 там 30 персонажей, бля, я не люблю. Я их не качал. То, во-первых, не его жена, и во-вторых, это не его дети, блядь, я не знаю. Это соседи, блядь. Слышь, Слав, у тебя вары на этом аккаунте ДДК есть какие-то? Да, два вара. Ты смотри, там ГМ в рейде все-таки за рекламу еще тебе бобу будет. Добавлен за рекламу. Не знаю, кто ГМ. Ну. Кто ГМ? Дайте шкаф. Так это в РК, это не в чате. Вообще это, ну, не касается. Ну так-то да, это отдельная. Мы сидим на программе, так скажем. Да. Ну, не знаю, кто их был бы забанил. Сейчас гулять, Войт, блядь, я петухал, бан начал. Да я его с планеты удалю, блядь, сразу, через 10 минут. Так, давайте все тут, давайте бафы. На вертолете просто прилечу, спущусь с лестницы, блядь, и удалю. Ставьте рыбу там, если есть, кушайте рыбу. Сейчас планули с ним, будем начинать. Блядь, каски, сука. Как они, блядь. Дайте лапку. Пристабаф тоже дайте, каску по локам дайте. Да и все вроде. Сейчас подождите. Ну просто ты подумай, вот, ну просто поразмышляй. На пиратку ты зашел, и когда хочешь можешь заходить.
А Нов, ты зашел, вон Виталя там сидит, блядь, ой, блядь, я собеседование проходил, ой, там ебашить надо. Так он не будет играть, его там, блядь, кикнут, скажут, днарь, блядь, я никуда брать не буду. Давайте, все готовы, танки на позицию. На, там с этим жестко, кстати. Начинайте. Нахуй мне это надо. В центре только хилы стоят, найдете там режим между собой, РДшники тоже там не стойте. Но если б не Славик Айс, то я б тебя тоже кикнул, если что. Не знаю, кто такой Славик. Вкусно будет. Протопал забирай, протопал забирай. Дайте на пулы на протопала все. По КД давайте. Чё вы, блядь? Может, ты танчишь вообще, или ты рассказываешь про этот Сириус, бля? Лучше бы ты так танчил, как рекламируешь эту да, хуйню, блядь. Да, я охуенно танчил, кто-то просто стаунтил там, или кто-то на пул какой-то дал. Вон там, посмотрите, на пул какой-то хуйню. Так, блядь, Слава, куда ты пришел? Иди под босса, у тебя зеркало. Что ты делаешь? Петушара. Закроешь, блядь. Придумай. Хоть игреса и пухнастика, пухнастик игреса лень. Там в миликах укус передашь, а потом будет все нормально. Кем ты с меня там? Пластик, лень весы. Я не приумтил ничего сейчас. Теперь понятно, чем мы в РС-ке по 2 часа сидим. Он в одной рукой играет, второй дрочный сильный. Сука, закройте ебало нахуй. Во второе окно на Сириус зашел просто, блядь. Там мало сейчас там, вы зайдете, блядь. Закройтесь нахуй. Ты неясно сказал. Такой закройте ебало нахуй. О, блядь, сзади, я сзади сиськи нарисовал, короче, кто хочет посмотреть. Ой, Войд, Войд, блядь, ты пиздец. Отходите от луж. Мамка в комнату зашла, он такой, Славик, ты закрой что там ебало, главный? Конечно, свой долбоёб, смотри. Слышишь? Уёбок, закрой ебало нахуй. Дайте гины на хп. Да ладно, тоже Славик, а что тоже подгорать начало. Давайте, не будем его трогать. Просто играем как раньше. Что у вас там, как погода? Блин, ебать! Чё, укус проебал, я ебал! Аааа, сука! Слейте его, слейте, слейте! Слейте его нафиг! Дайте Войду поебало. Ну давай, потому что сейчас люди здесь падайте. Войд, короче. Слава, что такое? А. Чё, меткая такая, не знаю. Войд, ты просто такой... Да ладно, успокойтесь. Падайте, нет, умирайте, пол. Заходим. Преврати его обратно, блин. Ну это пиздец. Какая жалость. У тебя не получилось. Без морали довольно. Ой, ты мне просто должен ребафать теперь целый рейд, блядь. Это пиздец. Подстава, подстав.
Дайте шкаф тут сверху, если локи есть по суммоням игроков. Так, давайте, сюда можете фулбафы давать, кушайте рыбу. Дайте лапку, друиды. Дайте лапку, друиды. Дали, сейчас чек на пул. Давайте, все готовы. Танк, идите на позицию. Раньше танков не пуляйте. Два танка. Идите. Так, мышка зависла. Похильте без меня пока. Набирайте ренжу там в центре хилу, не стойте, ДТ там право-лево тоже набирайте ренжу между собой. Дырка работает вообще? Что-то тишина. Да, да. Да, я боюсь что-то сказать, этот петух опять меня перенесет. Ты ебанутый или как, блядь? Или вот видишь? Виталик, все молчи, блядь. Виталик, молчи, а то опять вайпимся, блядь. Я не мешаю вам, Наталья. Вот ты пиздуй на свой лох, нахуй, отсюда. Да притуши таланты, Славик, притуши, я тебя даже не трогал. Притуши сам себя, нахуй, долбоёб. Так, ладно, давайте друг дружку слушать не будем, просто там Славик кинем в ЧС, всё. Ещё я, блядь, ЧС людей накидал, блядь. Давайте отходим от луз, сейчас будет страх, готовьтесь. ДЦ, кинь на себя антистрах. Давайте, в центре остаются только хилы, РДД, милики там рассасывайте сзади, чтобы вас лишний урон не получали. Режу-то наберите между собой, чтобы вас не поубивало. Там с левой стороны, смотри, у вас там что-то в кучке сильно много стоит.
Блять, видите, сука, я прям экстрасенс, блять, вот. На РФ. Прибавьте на мейн. Краля, мои поздравления, если я не ошибаюсь. Да, краля вин. Ха-ха-ха. Видите, опять экстрасенс даже без задона и ПГП, блядь, прям попал. Так, что-то не там отдалось, а Shadow DC отдай Магдаку. А Магдак это ДК вообще, ему не коннектится. Да. Это если обычные печеньки, Ваня, есть, поскидай мне, пожалуйста. Так, я там кому-то дал, что там за обычки, защитник, и покорить меня не было. А с этого, а с сурка? Ну они на присте, но, по-моему, там тоже не было паладиновских. Ну ладно. Но с пропа, если что, отдай. Если что, если что. И вообще со всех. Я палы типа, ну, кричал, так одеваю понемножку, хочу холика сделать, хочу хилить и резки вам, и танчить и резки, блядь. Ого, там гиртокен, Shadow DC отдай, он летаем, он по пайру выше там просмотрел. Не тратить. Давайте, сейчас добивайте трэш, дальше не идите, резайте павших. За пол рейда АФК стоит просто. Так, крест эти павших все заревогнуть быстро. Да, молчали все. Ну вот что там улетает, печеньку тебе отдали?
Давайте, стоим тут, сейчас нам трэш приведут. Назад, назад, собаки. Ну вот, красавчик. Играйте по собаке, обычно тот трэш не трогайте, он сам сольется. Молодец. Агрите там стрэш. С крестика заберите. Здесь обратно, там собака, вон. Блять. Ты такой, блядь, просто. Я аж подгораю до того, как ты играешь. Встаньте все под собаку, сливайте массами трэш, потом будете как обычно бить. Забери собаку, Войт. Войт, забери псину. Не могу забрать, хавает меня, короче. Сверху два моба. Стоим тут, кто-то сбегайте на другую сторону, активируйте. Ленточка. Рольте ленточку. Ну, куда вы там ушли? Играйте по трэшу. Крейзи Варлок. Квартит нынче чё? Поставьте шкаф возле босса, суните пухнастика. Зачем так спрыгнуть? Он спрыгнул? Он спрыгнул. Так, давайте, что у нас тут по рейнджу. Один охотник, один элем, два. Приз три. Протопал четыре, сова пять. У вас два приста. Да, два приста шесть будет. Так, Локи, кто там из вас в Африке? 7-8. Давай, суслятина на рейндж пойдешь дальше. По рейнджу будут мид идти и ментор. Так, кушайте рыбу. Котик, это что, хочешь уйти уже? Каску дайте, вора, лапку. Господи. Ваня. Шо-шо. На природу воткнулся, что? Угу. Так, Ваня, обнови там каску. Что там еще? Пристава вроде есть, лапка есть, каску обнови.
Shadow DC, где станет сослятин? Так, давайте чек на пул. Чего с этой стороны вообще четверо? Что там, повороте не хватает? Давай, крыльцо. Что говоришь? Ничего, ничего, к трицухе говорю, чтоб шел. А, ну давайте, все готовы, танки начинай. Когда будет лужа вливаться, не стойте там по два человека. Вставайте там на ренжу как-то, чтобы вас не вливало сразу много. А тут то там два, то там два, и там оказывается 10. Ну, Крейзи Варвак, чё ты, уйди отсюда, уйди. Тань сзади трицухи. Подальше, чтоб не вливали вдвоём. Там один может чуть ближе к Рейду, второй за ним встать чуть дальше. Ну, там нормально, достается и хилится, и дамажится. Так, дайте фри... А, всё. Да, хилься, пожалуйста, лучше. И Фридом потом. Больше в центре забирай. В повороте, мид, ментор, выходи. Ментор и мид вдвоем выходите. Дайте на ханта Фридом, пожалуйста. Отри сделай. Свобода питомцам у тебя есть там. Хоть игресса и повороте. Все, повороте на рейндж, там маги, возвращайтесь. Ну и дайте им на ману, что-то я прослакал. Взрыв, взрыв, бегите. Взрыв, бегите, два мага на рейндж выходить. Ну все, добили. Так, кто там? Хотик уходишь? Ты уходишь, да? Новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть отличные новости. Он оставил море слизи. Шадоу ДЦ, спекайся в ДЦ. Так, травма надо кому-то на мейн. На офф. Поставьте шкаф там, присмотрите Олега. Это самые ребята, там Ваня, Варенька, дай мне, пожалуйста, там травму и грудак. Я возьму себе, если никому не надо. Сейчас ждем. Так, давайте споры два раза сносимся, в шамана и в хапала поставлю квадратик и трусы поставлю.
кушать рыбу, пока не дайте лапу. Кристобаф еще и желательно. Ну, Фань, кинь ролл с Макдаком, он тоже грудь просит, как не нужно его там порольте вдвоем, там без ГП. Это что? Что? Ну там Макдак просит грудь, там пароль с ним бесплатно. Да, ну на, я дам. А, хорошо, дайте по пристам бафы. Дайте каску пристам, лапку, интеллект. Давайте чек на пул. Дайте каску по пристам, Вань, дай каску по пристам. И дайте интеллект. Кулак по магам, дайте, как это так вышло, кулак, блять, магим с кулака. Ну, не знаю, там 2 паладина кулака не будет, все готовы, слава, начинай. Чавай будет, значит. Забирайте ренжи от хилов, чтоб не стойте так рядом. Шаман, ты никто там, Олег, вынеси одну. Шаман, вареньки, отнесите одну хотя бы. Больше избегайтесь, команда пустами бегут. Стойте, домашки, команда, сами сбегайтесь. Все, хилим паладина. Даже сакру на взрыве. Рейд, идите на проф, охотник, сбегай быстро, квест создай, там ставь, включи. Рольте на мейн. Я не ролю.